Ну ладно. Так, у них есть, наверное, лодка. Все, стартуем. А у нас фонарики. Да, много, кстати, у каждого есть. Фонарики. Мы будем их запускать. Запускаем, У нас Борис есть мины, написал. нет? Не знаю, у меня нет. Сейчас узнаем. Нету. У них суплай. Ой. Фонариком Убить всех. Что-то с фонариком обороняет. Какая кого? Я кого не записал, как на стандарт. Да, на стандарт. Тут 41 пара есть, кто-то был. Короче, в усадьбе сидим, значит, что? Да, а, да, нет, все в усадьбе. Один, получается, светит, другой стреляет. О, так, кейм иди, Пашка. Сейчас бы гамма не выкрутил, что? А здесь есть у нас мины или нет? Ну, я откуда знаю, я не автор даже, я эту миссию первую вижу. Фак. Тут ничего у нас нет, они сейчас нас как маслят. Да я уже понял. А там же броник комнат с бронестеклом. А нас кроме дома ничего нет? А, есть ДШК, я забыл сказать. Просто лежите в комнате и ждите, когда они зайдут, увидите. У нас есть зрение ботов, показывающее направление. Они едут, кстати. Водочка. А, юг, юг, юг. Огоньки. Что за пляс? Быстро, встал, пробежал, встал, пробежал. Блин, сломаешь. Вот видите, сразу же кричите. Плохо наплыло. Мы все умрем. Они, скорее всего, север пойдут. Я говорю, один светит, другой стреляет. Короче, я пока свечу. Они уже у нас. Они заходят, если что, с юго-запада, поэтому. Если они туда стартуют, они уже оттуда, скорее всего, прикрытие. А у нас нет оружия с фонариками? У нас только отдельный фонарик есть. Поэтому у нас прожектора вроде на крыше есть. Какие прожектора? Зачем? Я тоже. Пропустил. Тимьян, дверь открой, заползешь. Дверь открой сначала. Откуда вы эти внимания? Я нашел вот внутри ящика с боками белыми. Отведите, у кого ГП есть? Ну то свети. У кого есть ГП? Алло, у меня есть. Быстрее, заходи на второй этаж. Бегу. Фонарик выключи. Да. Сейчас будет свет. Блин, включите вот, кто-нибудь вот, фонарик. Я нашел, пацаны. Слепые котята. Да, подойдет к чехлу.
этой дороге. Кто-то гранату кинул? Я опять что ли? Дайте перевязаться. А у нас светят что ли, да? Алло, алло, алло. Слышно? Слышно? Да. Можете светить им в лицо фонариком, они будут осветлены. Это не равносильно. У них ПНВХ просто. Алло, 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 алло. Я вижу тебя. Не шевелись, посмотреть. А, ты жив? А, я вставаю. Он мерзкий, по-моему. Я кинул сетяшку, так что... Кошка немножко неудобно. Снайпера работа. Все умрем. Мини труп. Аллаху Акбар! Мини хай. Тикай, не хай. Тикай. Это свое, нет? Да, вот это РПДХ, это своя, я пытаюсь стреляться, чтобы не в меня как-то хилить. Кого ты уронил? По крыше стреляют. Дым фиолетовый свой кинул? Где враг вообще? Враг где-то на западе или севере. Наши на первом этаже. Все живы? Да, вроде. Которых мы уже потеряли. Фига себе. Ты в этот, во вторник тоже идешь на ВТМ или да? Я не знаю, ничего не обещал. Я понял. Нет, ну, больше да, чем нет. Ну я понял, просто сказал, что ты не до вторника. Прикольно, понимаю. Тут надо калашики с фонариками выдать, все. Да не, типа осветительные есть? Осветительные да. Есть, поесть. Но нужно было сразу высунуться же... нельзя. Высунуться нельзя, не в ПНВ хоть полка. Паша, водку у вас там вообще никого что ли не убил? Нет. Раннего. А, ну понятно, тихо пуги его не бегают. Он что, не катает, что ли? А как они тут заберутся, завален? Они завалены, там еще починено. А, так пройти-то можно, в принципе, пролезть. Сами себе проблемы сделали.
Нет, там пролезть можно. Там еще есть один. А в лодке кого-нибудь ранило, когда постреляли? Нет, я там один. Нет. А? Короче, потом у меня патроны кончились, я пошел на таран, ушел дома. Нет. Взрывом кого-нибудь убил вообще? Наверное. Может и не. Не, ну это какой-то тир. Это не тир, это так. Какая тактика, ты чё? Если бы я не нашёл... О! А, не, лол. Зря. На логике, короче, ты переплываешь, когда ты вот заборчик... Да, мерки здесь? Да-да. Вариант, ты разворачивался, я в тебя бог запустил нечаянно. Ну, ничего страшного, я не расстроен, чувак. Я серьезно, извини, просто ты лежал в одну сторону, как раз разворачиваясь, пускай, ну типа, стрелять богом, ты такой поворачиваешься прям в тебя. Эх. Чё за... Классная миска. Как так-то? Что такое? Что случилось, я не понял, я видел своего, полз на ему и... Как-то? Забагал. Я... Меня летит. Увидел только там кто-то поднялся, и я такой по нему работаю, не знаю, убил или нет. Как вы поднялись? Там же завалило. Подползли. А, Махно остался без банки, один холодок и бандай. Ты меня убил, я так и не понял. Да мы еще неплохо держались, там вообще ничего не видно. Угу. Ящик реально затащил. Да. Я не знаю, как вы его не увидели? Да потом с темно. Темень, как вообще, как черный, как будто монитор выключил. Здесь, по-моему, надо немножко эту полнолуние поставить, чтобы хоть что-то видно было. Не-не, мне кажется, просто нужно добавить в в слоты этих чуваков всем М-ки с ГП-ками. А высунуться-то как? Что там на воду лежит? Ну так я и говорю всем. Один высунулся, сдох, осветил. Нормально, там толпочковка. Как ты их забрал-то всех? Спектром решил убить все. Как-то своеобразным методом. Я там кого-то добил, я помню. А миска, по-моему, рубанулась, да? Нет. Никто не двигается вообще. Ну, по идее, да.